Здравствуйте всем, привет всем, ребята! Сегодня 2020 год, 14 марта, и сегодня будут тренировки с нунчаками в ограде. Тут свежо, хорошо, приятно, ароматно. Ах, весна. 14 марта, балдеж. У нас уже снег подтаял, вот маленько снежков осталось. Лед, точнее, маленький. И буду тренироваться с нунчаками, это боевое оружие. Если научиться тренировке с нунчаками, можно отбиваться от бандитов только так. Когда на тебя нападает бандит, вы раскручиваете нунчаки. Сперва вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. В туловище, в голову, в ноги, в руки, в ноги, в руки. В руки, в голову, в ноги. Ребятки. Выдохнули, вау. Мне эти нунчаки прислал мой друг Митя, Митя из Красноярска. Спасибо, Митя, за нунчаки. Теперь я буду отбиваться от бандитов. Берегитесь, бандиты. Теперь у меня есть нунчаки, которые прислал Митя. Давайте скажем спасибо Мите. Ссылочка на Митю будет в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо, Митя, это просто балдёж. Теперь я натренируюсь и всех бандитов отобью. Вау! У Мити канал Cheat Meal. И есть канал Митя Хэд. Ребятки, это просто балдёж. Спасибо, Митя. О, мне так нравятся вот эти нунчаки. Они, короче, такие крутые. Короче, когда они крутятся, к вам уже ни один бандит не подойдет. Короче, крутятся, вертятся. На-на-на. Короче, когда вот так вы крутите и подносите к подбородку, вот сюда к подбородку и так. Это называется мельница. Этот прием называется мельница. Когда вы раскручиваете нунчаки очень сильно, это как мельница на ветру. И получается, подносите к подбородку, и получается мгновенные много ударов по подбородку. Это, короче, самый опасный прием, ну и самый аккуратный, потому что это надо аккуратно делать, чтобы у вас не выхватили нунчаки, чтобы не отбили. Надо подходить. Получается, нунчаки вот так, смотрите. Вот прием. Прием мельница, ребятки. Отвлекайте, а потом... Есть прием. Сейчас расскажу прием кувалда. Самый мощный прием. Вот рассказывать вам, не рассказывать, я не знаю, ребятки. Ладно, вы попросили рассказать. Прием кувалда. Сейчас, подождите, ребятки, я вам расскажу про него. Так. Вот он. Берете за одну сторону прием кувалда. Берете как за ручку кувалды. И бьете по левому боку. По правому. По левому. Ну точнее, по правому, по левому. По правому. По левому. Мощными ударами. Тыш, как кувалда. Тыш. 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 Вот так, как кувалды, как кувалды, как кувалды. Короче, вот так, это вы бьете как кувалды, это называется прям кувалда. Ребятки, берете, вот так делаете, смотрите. И бандит тогда от вас просто убегает, потому что он получает много мощных ударов, как кувалды. Берете, встаете вот так и бьете по противнику
по бандиту, по противнику, кто на вас напал. Вот так. Когда бандит увидит, как вы бьете, он убежит от вас. Потому что вы нанесете много ударов. Они очень больные удары. И противник убежит. По левому боку противника и по правому боку. Вот так. И все. Это множественный удар кувалдой. Я вас научил удару мельницы и удару кувалдой. Сейчас. Ударов-то много, и приемов много. Ну, некоторым можно учить, а некоторым нельзя. Вот я и думаю, какому можно вас научить, а какому нельзя. Мельницы можно. Это вот такое, он не опасный. Но он очень хорошо отбивает противника. Множественные удары по подбородку. Мельница. Есть кувалда по бокам левый, правый бок. Вот так. И противник, когда вы вот так бьете по противнику, он от вас убегает. Какой еще можно рассказать прием? Какой прием можно рассказать по нунчакам? Снежок, вот снежок. Снежок, знаешь, снежок. Какой еще можно прием рассказать? Тренировки в ограде с нунчаками, с боевым оружием нунчаками. Это боевое оружие, нунчаки, 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 чаки, нунчаки, нунчаки. Какой еще можно рассказать прием? Кувалду рассказал, ух! Мельницу рассказал, ух! Вертело, что ли, вам показать? Это прием защиты, вертело. Ладно, расскажу вам вертело и покажу, и потренируюсь. Встаете в позу левая-правая нога. Вот такая левая-правая нога поза. И крутите. Это самый легкий прием, и он защищает от любых нападений. Это прием защиты. Я вам показал два приема атаки, теперь прием защиты. Этот прием делает так, чтобы когда на вас будут нападать с мечом, с кочергой, с лопатой, ну, с любым оружием, ну, лучше всего, когда с мечом. Потому что когда на вас нападают, вы так крутите, и получается, когда у вас нападают прямо, и вот так вертитесь, они даже если между вот этих попадут, вы меч завертите и откинете. Например, на вас на рынке с мечом напали. И тыкают вот так, и попадают между вертела. И получается, вот эта штука завязывает меч вот так, и отбрасывает. И получается, завязывает и отбрасывает из рук противника. Если вот так будет тыкать. Если он попадет в это место, меч в это место, то тогда он его просто отобьет с мощной скоростью. Если не выбит из рук противника, то отобьет жестко. И у вас будет шанс напасть кувалдой или шанс напасть мельницей. Вот так. Ту-ту-ту. Вот так, ребятки. Вертело показал. Прием защиты. Нападение мельница и кувалда показал. Вертело очень классно против атак. Вот таких, как кочерга, лопата, меч. Ну, сейчас с мечами-то людей не встретишь. А вот с кочергой, с лопатой. Может, с палкой. Вот с палкой тоже круто. Вот так, например, с палкой нападают. Палка попадает между вот этим. И вы заворачиваете палку вот так, смотрите. Вот так. И откидываете. Вау, откидываете палку. И получается очень сильно заворачиваться, что противник не сможет на себя ее дернуть. И отбрасывает. Это получается вертело. Прием защиты вертело. Так, что еще? Вертело надо делать в стойке. Нога левая и правая. Вот так стойка. Потому что вам надо двигаться с двух сторон и знать равновесие. Равновесие. Какой еще прием, ребят? Я зато с вами вместе потренировался, пока показывал приемы. Митя, спасибо за такое боевое оружие, оно очень классное. Нунчаки, мне очень нравится, Митя, спасибо. Мне прислал нунчаки Митя из Красноярска, очень классный человек. Человек добрый, из чистой души, светлого, доброго сердца. Митя, спасибо. Спасибо, Митя. Это нунчаки очень классно, я буду их хранить и беречь. Это твой подарок, я его буду беречь и хранить. Ребятки, ссылочка на Митю будет в описании, в закрепленном комментарии. Гляньте, оцените, у Мити много балдежных видосиков, классных, топовых. Канал называется Cheat Meal.
Ну, давайте маленько передохнем, споем песню «Хакасия, Хакасия, 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 прекрасная земля. Хакасии, Хакасии, родился ты и я. В Хакасии, Хакасии, находятся такие города». Такие города. Абакан, Черногорск, Широсая, Нагор. Абакан, Черногорск, Широсая, Нагорск. Чистое небо, чистая вода, великолепно безупречная трава. Хакасия, Хакасия. Я там думал, постучались. Вот так, ребят, я думал, там постучались. Так, что бы еще вам рассказать? Вертило рассказала. Защищенный прием, защитный прием. Так, атаки мельница, кувалда. Так. Так. Тын-тын-тын. Многие пишут про Саню. Про Саню, про Санька Александра Сафонова, что он придет туда-сюда. Вы сейчас будете много комментариев писать. Много-много комментариев писать, что вышел в Акраду, потому что Санек скоро выходит. Ребятки, когда Саня выйдет, я буду тренировать приемы на нем. Если вы будете говорить, ну, пишите в комментариях, типа того, да, Саня придет туда-сюда. Ну, ребятки, смотрите, придет, и я буду на нем приемы тренировать. Он будет вот тут стоять, а я буду мельницей тренировать приемы, показывать вам кувалдой. Или защищенные приемы, когда он меня будет мечом атаковать, или палкой. А я буду вертелом. Ребятки, когда Саня выйдет и будет атаковать меня своей палкой, я буду вертелом защищаться, чтобы закрутить его палку между вот этих веревок и откинуть. У меня есть прием, который защитит меня от Сани и от Саниной палки. Вот так Саня будет нападать палкой. Вот так палкой будет нападать. Вперед, а я закручу и откину палку. Потом он будет нападать еще раз палкой. А я закручу, откину или просто отобью его палку. Короче, такая тема. Я на Сане буду тренировать прием атаки, прием защиты. Так, ребятки. Вот так буду защищаться и так буду атаковать. Вот так, ребятки, так. Мне нравится вот этот прием. Это боковая защита полностью. Вот так кружите. Если на вас атакуют слева, вы слева, справа, слева. Это тренировки в ограде с нунчаками. Это балдеж. Это Митин подарок, Митя мне подарил. Мне они нравятся, очень нравятся. У нас Сибирь, Республика Хакасия, город Черногорск, Сибирь, Россия. Вот снег тает. 14 марта, а снег, лед уже тает снег. Вот так вот. Саньком тренироваться. Он будет на меня нападать со своей палкой, а я буду отбиваться. Буду по палочке его на его так дыш. Всем пока. Приемы показал, рассказал, как, что и как. Используйте приемы защиты только в крайних случаях, когда нападает на вас с мечом, с палкой, с кочергой или с лопатой. Атаку используйте в крайних случаях, когда нападают бандиты или кто-нибудь нападает на вас. Мельницу надо использовать аккуратно, потому что надо подходить очень близко, и ее могут выбить из рук. Кувалду надо использовать чуть подальше, потому что левый и правый бок, и вот эти места должны попадать по левому и правому боку. Вот именно вот это или вот это. Если вы постараетесь попасть вот этим краем, то получается это очень близко. Надо стараться держать на расстоянии в середину или конец. Свой конец надо держать на расстоянии противника. Вот. У вас есть конец. И вот этот свой кончик, держите на расстоянии противника, чтобы этим кончиком, концом попадать
как кувалдой по боку, по левому и правому. И когда вы возьмете кончиком, своим концом, будете вот так бить, и противник от вас убежит, потому что он сразу же узнает, какие они мощные удары, какие они сильные мощные удары. Вот, короче, так. Кончиком бьете, свой конец достаете, вот конец, и отбиваетесь. Короче, ребятки, всем удачи, радости и счастья, балдежа, успеха. Используйте приемы в крайних случаях, они очень опасны и очень эффективны.